Короче, с лампочкой мне больше нравилось. Где тут? Или вот щит, наверное, да? Во, все нормально. Так. Как бы тут Ах, я не знаю, во что поиграть, прям вообще. исхитроебиться. Так, вот тут бомбочка. Значит, тут чисто. Ага. Угу. Душно. О, смотри-ка. Видишь, тут бомбочка, здесь единичка, значит. Тут. Тут и тут чисто. Ух ты, нихуя себе. Если в этой три штуки, значит, вот так. А если в этой 4, а здесь единичка, 4, блядь, сука, сложно. А смотри, вот здесь показывает единицу вокруг этого, то есть тут вот чисто. Ага. А в пределах вот этой залупы единица. Блядь, 4 нахуй. 4. О! Вот здесь 3. То есть здесь 3. Тебе эта информация ни о чем не говорит. Блядь, да. А тут 4. Надо выяснить. А нет, смотри, как говорится, что вот в районе вот этой залупы только одна бомбочка. То есть, если она тут и есть, то она типа как тут, а в районе четверки. То есть вот эта единица мне говорит, что выше вот тут вот не может быть. А чтобы здесь была четверка, вот так. То есть все-таки вот так, я думаю. Нет. Чему? Хрена ли ты так Ты решил? курсор видишь? Вижу. Вот эта единичка, она говорит, что Да. вокруг вот здесь вот может быть только Да. одна бомбочка. Одна мина. А вот эта четверка, Да. вокруг нее может быть только 4 минки. Да. Но если я сдвину флажок вот так вот, а вот здесь уберу. Блять, ну справедливо, ладно. Ладно, пока похуй. Здесь 2. Одна. 4. Какого хуя оно мне опять открыло? Ублюдочное. Ну ладно, похуй. Халявничал. Да, блядь, оно само я не просил. Так ты не тыкай туда больше. На Сука, ну, клетке. справедливо, да. Ладно, все, больше не буду. Здесь 3. А тут говорит 1. 3. 1. Как же сложно, нахуй. О! Нашел. Так. Продвигаемся потихоньку. Если в пределах вот этой только одна бомба, значит вот здесь чисто.
Блять. Два. Два. Один. Четыре. Здесь может быть две бу... Нет, здесь где-то одна бомбочка и здесь. Причем она не может быть четвертой. Так, наверное, тут где-то. Почему оно мне взорвало? Нахуй оно открыло, блядь? Я ж поставил флаг. Ты тварь, блядь. Потому что ты отметил флажком, то есть значит, типа ты... Когда ты ставишь флаг, ты значит, что ты уверен, что там бомба. Так. И вот ты когда нажал, ты триггернул, чтобы оно открыло, потому что ты как бы уверенно поставил, что две бомбы, которые вокруг двойки были, они... Я ты их ничего отметил. Не открыл. А, вот, да, смотри, реально, если поставить флажок и кликнуть, то оно взорвет бомбу. Это типа хуйня для самоубийц, что ли? Да. Бля, ебать, я бомбу угадываю. Ладно. Все. Последний трай на полном серьезе, без хуйни. Погнали. Блять. Я тебя захуярю. Тут очень легко. Ну, вижу, единичка. Блять. Тут тоже чисто. Четыре. Раз, два, три. Ага, понятно. Тварь, блять. Три. Две. Четыре. Единичка. Единичка. Ага, две вокруг этой, значит, тут чисто. Три вокруг этой, значит, так. Четыре вокруг этой, значит, вот так. Три вокруг вот этой, значит, тут чисто. Ага. Единица. Так. Значит, тут чисто. Две вокруг этой. И две вокруг этой. И две вокруг этой. Значит, тут. Если две вокруг вот этой, значит, тут все чисто. Единица вокруг этой, значит, тут все чисто. И три вокруг вот этой. Ага. И две вокруг вот этой. Три вокруг вот этой. Единица, единица тут. Две. Две. Три. Две. Блять. Тяжело. Вокруг этой.
Блять. Я не гений, блядь. Сука, чтобы понять. А. Единица вокруг этой, значит, тут чисто. И три вокруг этой, значит, тут бомба. Один вокруг этой, значит, тут чисто. Ебать. Гений. Кому? Так. Сука, хуй поймешь, блядь. А, вот, два вокруг вот этой. Значит, так. И три вокруг вот этой, значит, так. Чудно. Три вокруг этой, тут уже хуй поймешь. Две. Из трех. Ёбаный, бля. А погоди-ка. Вокруг вот этой четверки, смотри. Осталось только четыре клетки. Вот. Если вокруг вот этой двойки уже есть две. А вокруг вот этой двойки. Блять. Но если я поставлю вот здесь флажок, то тут как раз будет три. Вокруг двойки две. Хотя, сука, здесь тройка может быть здесь, а двойка тут. Типа двойка может... Ну, тройка вот тут может быть. А двойка может быть вот здесь. А, нет. Тогда здесь получится три. Значит, все-таки вот так вот. Блять, ну, надеюсь, я был прав. Не знаю, правильно ли я поступил. Надеюсь, мой выбор был верным. Фух, блять, ебать, повезло, тварь. Так, вокруг тройки есть. И три вокруг вот этой хуйни. Ну, блять, получается здесь чисто. Блять, пиздец. Так, ну, двойка правильно. Тройка. Хуя себе, бля. Сука, сложно. Так, а если вокруг вот этой три уже есть? Ах ты шлюха. Погоди-ка. Три уже есть. И здесь, то есть... Вот тут чисто, а здесь тройка получается вот здесь говно. Двойка, двойка. Значит, тут чисто. И вот тут. Так. Фух. Бля, пиздец. Охуенно. Так, здесь два видит, значит, тут чисто. Тройка есть вокруг. Значит, тут чисто. Тройка. Чё? Ирл также. Вот бы Ирл мины также искали. Да, да, да. Да не, это чисто вот Ашан, блядь, по этим, по аномалиям ходить. Даже мем такой кидали, на самом деле. Где, типа, чуваки идут, пиздец тут лабиринт, и там сзади прифотошепли вот эту минную хуету. Так, три. И тут три. Ну, тут очевидно, чтобы было три, вот здесь мина должна быть. А если вот сюда входит уже три штуки, значит, то тут чисто. Бля. Жестко.
Тут мина. Тут чисто. Нихуя себе. Тут чисто. Бля. Сука. Блин, интересно. Тут мина. Тут чисто. Мина. Бля, охуеть, я тупо гений. Пиздец. Чисто. Мина. Чисто. Блять. Да сука. О, нихуя, оно не дает кликнуть. Чисто же, да? Чисто. Три. Две. Вот здесь одна, значит. Чисто. Две. Три. Две. Две. Три. Три. Опа. Три. Здесь три, здесь четыре. Значит, вот тут. Здесь три, значит, вот эти чистые. Две, значит, тут. Чисто, чисто. Единицы. Чисто, 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 чисто. Блин, прикольно. Кто бы знал раньше, что так легко играется. Я не помню, где я это выиграл. По-моему, я в ТикТоке увидел видео, как в это играть. Но не пробовал. А тут что-то такой, блин, не знаю, во что играть. И мне что-то как в голову пришло. Минерчик. Саперчик. Точнее. Что будет, если время будет 999? Не знаю. По-моему, все взорвется. Ты чё, охуел, блядь? Давай тогда как-то быстро... Блядь! Четыре. Сука, еще торопишь. А я уже так размеренно играю. Один. Чисто. Ну, потому что таймер больше 999 не пойдет. Он либо просто остановится, либо все взорвется. Я не помню. Точно. Подожди. Раз, два, три, четыре. Все, тихо. Три. Значит, тут. И три тут. Две тут. Три тут. Единица. Здесь. Чисто. Кто придумал это дерьмо, блядь?
Разработчик долбоёб. По-моему, обычно типа на левую кнопку он открывает, на правую там ставит флажки и дерьмо. Нет, на правую По-моему, нифига. так это работало. На Windows я... О, бля, охуеть, спасибо. Да, действительно, на правую ставят. Ебать, удобно, не приходится тащить курсор к помойке. Так. У нас тут единица, тут чисто. Если тут единица, тут чисто. Если тут единица, то... Да. Если тут три, то вот так. Если тут три. Две, значит, тут. Три, значит, тут. Не пробовал, конечно. Бля, походу сейчас все взорвется, нахуй. Походу реально. Блять, я так старался, нахуй, я... Блять. Да нихуя не смешно, сука. Лошарами. Да блять, почему ты меня так поздно предупредил? Да я чуть не подумал. Мы теперь умрем, блять. Не спеши. Да я не... Умрешь, умрешь, ничего страшного. Да, блядь. Подожди. Сука, нет, блядь. Просто смотри, наблюдай. Уже ничего не сделаешь. Да тварь, блядь. Остановился. Хотя так нечестно на самом деле. Я думал, все взорвется. Охуенно. Нет, на самом деле, по кайфу, то есть, ну... Ну, короче, будем считать, что я проебал, потому что... Короче, типа, нужно за 999 секунд. Не успеешь за 999, ты уёбок. Типа, ну иначе это хуйта, я могу 3 дня так сидеть и дрочить. Все, так что, блядь. Все, нахуй. Вот, кстати, да. Три. А не так и много, кстати, было. Что? 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 А, под флажками они не взорвались, да? А то я смотрю, что-то под флажками нихуя не видно. Показывал бы еще под флажками бомба. Ну, короче, ладно.